Так, отсюда я заберу, пожалуй, эндерпиорлы. И я знаю уже, что я буду с ними делать. Я уже знаю, что я с ними буду делать. Боже мой, как же это шикарно. Ой, я умер. Я умер, походу. Или нет? Может быть, нет все-таки? Господи, боже мой, я, оказывается, профессионал. Советую вам канал Дьюза. У этого парня мне жесть как понравились превьюшки, поэтому хотя бы поэтому я могу с радостью вам его порекомендовать. Парень записывает ролики по Скайварсу, а также по Бэдварсу. Также на его канале сейчас проводится конкурс. Правда, меня немножко смущает, почему у него моя превьюшка на конкурсе. Но можно, наверное, пропустить этот момент. В общем, канал реально классный, мне его ролики понравились. Голос у него приятный, монтаж также прикольный. Также парень реально веселый в сериях, а это как бы для меня играет очень большую роль. Так что ссылка на парня будет в описании, можете переходить на его канал. Я думаю, вам его канал понравится. Ну, а мы погнали к моему ролику. Всем привет, ребят, с вами я Тумка, и сегодня мы будем играть в Skywars на сервере Hypixel, но сегодня я буду выполнять один очень крутой челлендж, который заключается в том, что я имею право лутать только по одной вещи с каждого сундука. Этот челлендж по мне лично оказался реально интересным и крутым, поэтому надеюсь, он и вам тоже понравится. Но если вам ролик этот понравится, то поставьте лайк, ведь как только ролик этот наберет 600 лайков, я сразу же пойду записывать новый. Также ресурс пак этот я скину, как только ролик этот наберет 300 лайков. Ну а мы тем временем погнали к нашему Skywars-ику, так что приятного просмотра и поехали! Что же, вы знаете, что я делаю, я сразу же выбираю меч с первого сундука, отсюда я выбираю, пожалуй, шлем, а отсюда я, пожалуй, выбираю, наверное, нагрудник, лол, еще бы думать. Надо было мне, наверное, выбрать все-таки лук в первом сундуке, а потом стрелы, но ничего страшного, думаю, бронька мне будет более полезной. Поэтому я сразу прыгаю здесь, опа, я здесь вижу уже драка какая-то намечается, я такой прихожу, убиваю, ладно, хоть и в спину, но зато убил же. И, ребята, идею для этого челленджа я взял одного американского ютубера, которого я люблю смотреть, вот, ник его, Ruling Games, парень, лол, я не понимаю, парень вроде как бил меня, но и в тот же момент он вообще по мне то ли не попадал, то ли что. Ладно, это было немножко странно. Так, и ну-ка, вы, давайте, вы, не обязательно вам смотреть назад. Так, мне бы переодеться немножко, я одену хотя бы такие штаны и пойду уже убивать вот этого вот паренька. Или это даже не паренек, кто его там знает, что это вообще такое. Вот, у нас, кстати, тем временем лук появился со стрелами, это хорошо. И, лол, начало меня вполне себе, честно говоря, устраивает. Кстати, я еще с предыдущего ролика забыл убрать класс канонера, вот, поэтому у меня все еще класс, который мне дает динамит. Парень, ну не спи, ты чего вы все спите на это? Вот посмотрите на это. О, в смысле, лол, вот этот парень проснулся. Ладно, я его, в принципе, с руки закидал. Интересно, я килл получу даже? Вот, я получил килл вроде, да? Ну и что ж, в первом раунде мы победили, так что давайте приступим ко второму раунду. Что же, играем мы теперь на другой карте, поэтому с первого сундука я забрал шлем, со второго сундука я заберу алмазный нагрудник. Блин, я хочу меч. Ай, ё-моё, зря я все-таки не залутал меч со второго сундука. Я увидел этот алмазный нагрудник и, блин, так и захотел его залутать. Поэтому надеюсь, мне попадется где-нибудь меч получше, потому что, честно говоря, иметь каменный меч это не очень классно. Однако, смотрите, у меня уже почти фул алмазный сет, это уже, в принципе, неплохо. Так, я на своем пути уже кого-то вижу, кого-то встречаю. Привет, тулики! Вот, блин, видите, какие классные здесь партиклы, такие разноцветные партиклы. Я вообще обожаю партиклы с этого ресурс пака. Так, не знаю, зачем вообще поставил туда динамит, пускай он там взрывается. О, лава. Вот лава, это полезно. О, он как раз таки пошел и вступил в эту лаву. Красавчик, братуха, просто респект тебе. Эй, в смысле, ты что, живешь еще что ли? А? Ладно. Ой-ой, тут махач, махач, я спасу своего тиммейта. Отличненько. Блин, я все-таки не успел его спасти, к сожалению, его убили. Но я сделал все, что мог. Парень, прости меня, пожалуйста. Ой, ну-ка, что тут у нас есть? Что тут у нас, значит, есть? Что-то пахнет дракой, да? Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас этого получится. Давай. И сюда. Что там? Взорвать динамитик, да, свой захотел? Нет, первого мы, значит, убьем сейчас. Тебя мы тоже убьем, не переживай. Лол, они поставили редстоун блоки, а динамит так и не подожгли. Что же, оказывается, в принципе, видите, я уже фул алмазный сет. Правда, у меня. Во, у меня еще и меч теперь крутой появился. И оказывается, в принципе, для того, чтобы затащить катки, даже не обязательно, в принципе, долутать сундуки. Потому что. Что я залутал? Я залутал деревянный меч. Ой, я залутал каменный меч. Я залутал алмазный нагрудник. И что еще? Да, вроде как все. Или я что-то еще залутал, но я уже не помню. И всего лишь с одним нагрудником и с одним мечом я смог вот подняться до алмазной брони, скажем так, до фул алмазного сета, еще и до кучи вещей в инвентаре. Единственное, чего у меня, пожалуй, сейчас нет, это золотых яблок и эндер перл, но и они тоже могут появиться. А вместо золотых яблок у меня пока что есть всякие регенки. Так что да, главное это не лутать сундуки, а главное это... Ой, здравствуйте, жесткие пацаны! Главное это убить каких-нибудь жестких типов в самом же начале, и тогда все будет очень классно. Очень-очень даже классно. Так. Пора вас поджигать, парни, динамитиком. Ой, не динамитиком, точнее этим. Тихо, я в тупике. Ох, боженьки ты мой. Ладно, у меня есть еще одна лава в кармане, так что я знаю, что я делать буду. Я знаю, как я сейчас буду поступать. Я сейчас буду поступать именно так. Отличненько, я вас поджег. Все, можете, в принципе, уже умирать сами по себе. Или нет. Или вы не будете сами по себе умирать. Что за бред? Вы что таки живучи-то? Так, одного убил. Да ладно, второй, куда ты убегаешь? Вернись. Ладно, все-таки он сбежал. Ясненько. Взял все вещи, короче, стырил и сбежал просто. Ну, у него вообще лоу хп было. Просто я в него не попал с лука. Кстати, это же последний наш оппонент. Лол. Я, наверное, сейчас просто буду лутать какие-нибудь сундучки. Опа, кстати, я как раз его встретил. Опа, на эндерперлисы. Вот это хорошая тема. Все, это, в принципе, все, что мне нужно было. У меня есть эндерперлы, у меня есть даже ифрит. Поэтому я думаю, парень, ты уже никуда от меня не сбежишь на этот раз. Я просто могу бросить к тебе эндерперлочку аккуратненько. Также. А, лол, так у тебя вообще хп нет. Я могу просто в тебя пострелять. Лол, отлично.
отлично, я тебя даже поджег. Все, парень, давай ты это. Что там, живешь еще, что ли? Ладно, давайте тогда еще разок попробуем. Точно такой же схемой. Просто пострелять в него. Да я хочу штука тебя добить, парень. А, у меня закончились стрелы. Класс. Что ж, хорошо. Давайте тогда просто убью. Все, я тебя просто убил. И во втором раунде мы тоже затащили. Вау, вот эти классные партиклы. Ну что ж, погнали к третьему раунду. Третий раунд у нас будет проходить на карте, на которой я особо никогда не играю, просто потому что она мне что-то не нравится. И, честно говоря, вещи я не самые нормально выбрал. Что-то я немножко затупил. Мне нужно было выбрать какую-нибудь броньку, а я вообще без броньки остался. Что ж, прикольно, у меня есть только железные ботинки. Ладно, это уже, я так понимаю, как челлендж, знаете, No Armor Challenge выполняем. И сейчас мы узнаем, сможем ли мы с такими вещами залутаться хоть как-нибудь. Я свалю немножечко оттуда, потому что там сейчас будет мясо жесткое, ага. Ну и проверим, сможем ли мы с таких вещей вот подняться до фулл алмазки, к примеру. Это будет на самом деле очень жестко. Сейчас мы, в общем-то, это все проверим. Я сейчас немножко постреляю в этих типов. А теперь можно его просто зарашить, хоть у него есть бронька, у меня нет, но я все равно могу его зарашить. Почему бы и нет? Вот почему бы и нет? Ай, правда, все вещи забрал мой тиммейт. Это, конечно, классно. Это очень-очень классно. О, неплохо. Неплохо, неплохо. Так, что здесь творится-то? Так, тихо-тихо-тихо. Мне нужно немножко отойти. Подышать свежим воздухом надо. Лол, они видят, что я вообще без брони, так хотят меня убить, но просто не могут этого сделать. Так, один уже решил на нас напасть. Так, ну-ка, что у нас тут из вещей? В принципе, из вещей особо ничего нового. О, мой тиммейт что-то мне подкидал. Так, сзади нас пытаются обойти. Так, нет, 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 это не сработает, ребята. Это не сработает. Я лучше свалю отсюда. О, мой тиммейт с ним справился. Неплохо. Так, давайте. О, я поджег его. Вот это жесть. Вот это жесть, отлично. Вот это тимворк, лол. Первый раз я устраиваю такой крутой тимворк с незнакомым тиммейтом. Это жесть на самом деле, серьезно. Классный парень, мне уже начинает нравиться этот типок. Мы с ним хорошо так затимились. Так, и кто-то сейчас там горит. Ну-ка, ну-ка, может быть, мы сможем кого-то добить, если у него мало хп. У него 3 хп, лол. У него просто на 2 выстрела хпшки. Давай-ка проверим, парень, твои хпшки мы. Лол, он убил моего тиммейта. Сколько у тебя там хп, парень? А, у тебя. О, ты уже зарегенился более-менее. Ух ты ж, ё-моё. Ну тебя, парень, нафиг. Я схем золотое яблоко. Ты лучше уходи отсюда, а то что-то я не очень хочу с тобой ппшиться. Хотя, знаете что? Было не было. Вот так вот, беру тебя и пвпшу. Все, готов. За своего тиммейта, скажем так, отомстил. Так, ну а бронька у меня до сих пор фул железный сет. Что ж, до фул алмазки мы пока не дошли. Я уже там вижу своего последнего оппонента, хотя он тоже, в принципе, не фул алмазник. Ну и пойдем с ним, в общем-то, побазарим. Привет, парень. Оба, на, я тебя пожег, ладно, я просто тебя добью. В принципе, фул алмазки у нас нет. У нас здесь почти фул. Блин, я не могу это надеть. А, я не могу это надеть. Но у нас пол алмазки. Что ж, до фул алмазки, к сожалению, дойти мы не смогли. Однако мы получили половину алмазки, скажем так, с последнего нашего оппонента. Ну и вообще катки получились классными. Так что, если вам понравилась эта серия, то обязательно поставьте лайк. С вами был я, Тумка. Всем до новых встреч. Ждите новых роликах. Увидимся в новых роликах. И пока.